Состоялась очередная сессия Совета муниципального образования Темрюкский район. В ее работе участвовала депутат Законодательного собрания Краснодарского края Ирина Коноградова. Депутаты приняли решение по всем 17 вопросам, внесенным в повестку дня. После доклада заместителя главы района Ольги Симпсон принято решение дать согласие администрации муниципального образования Темрюкский район на создание муниципального унитарного предприятия «Универсал». Цель его создания – организация и осуществление мероприятий по организации переработки бытовых и промышленных отходов в границах муниципального образования Темрюкский район. Предприятие, которое будет располагаться в Темрюке, наделяется имуществом – бульдозером стоимостью 3 400 000 рублей. По предложению заместителя главы района Натальи Оголь внесены изменения в бюджет района на 2015 год. Так, например, на 875 тысяч рублей увеличивается бюджетное ассигнование на реконструкцию магистрального водопровода, на 3 164 тысячи рублей на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагеря дневного пребывания на базе школ. На капитальный ремонт помещений под детский сад в школе номер 25 будут направлены 1 466 тысяч рублей, а в школе номер 12 – 1 262 тысячи рублей на выполнение строительно-монтажных работ. Отдел по делам молодежи получит 877 тысяч рублей на ремонт здания. Начальник районного управления образованием Елена Руденко проинформировала депутатов о подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году. Основной задачей при подготовке всех 89 образовательных учреждений является их приведение к современным требованиям. В образовательных организациях осуществляется замена кровли, оконных блоков, ремонт системы канализации и внутренних туалетов, вентиляции полов, установка ограждений, систему личного видеонаблюдения и многое другое. На капитальный ремонт Центра детского творчества выделено 4 883 тысячи рублей. Так как в полном объеме решить все вопросы приведения всех образовательных учреждений за один год не представляется возможным, то работы будут осуществляться поэтапно.